Привет, друзья мои! С вами Кимиф Один. И вот сегодня я решил поучиться поиграть в One Thunder. Все-таки это передовая игра на данный момент. Года 2,5 назад я раз играл в танки в нее на первом уровне. Но тогда я плотно сидел на World of Tanks. Тогда в другие игры так иногда по разу заходил и все, и скачал. Сыграл два раза в самолетики. Самолетики, кстати, понравились больше, один раз в танке. И думаю, ну ее нафиг. И дальше продолжал World of Tanks играть. Сейчас вы знаете, что на канале у меня много и других игр давно уже. Ну и это One Thunder. Многие еще писали, сыграй. Ну вот взял я, сыграл на какой-то лодке, похожий танк на лодку еду. Обалдел от графония, от дрифта танков. Конечно, она полностью отличается от всех игр, в которые я играл. И Армата совершенно другая игра. И Блиц, и World of Tanks. Ну, с Блицом, наверное, связать не стоит, наверное, даже сравнивать, потому что все-таки та больше мобильная версия. А здесь настоящая игра для ПК с очень хорошей графикой. Но единственное, что, ребят, то ли у меня компьютер, хотя Core i7 7700K, ну, у меня подлагивало без перерыва вот на этом вот графоне. Все лагало. И даже меня когда убивали, я иногда не видел, как это происходило. Я эти моменты вырежу, конечно. Не всегда лагало, а вот три раза был за этот бой, когда меня тут лагануло так, что я не понимал, что происходит. Танк просто зависал и все, а потом оказывался, сами знаете, где-нибудь в стене или уже убитым. Тут надо захватывать точки, как я вот понял. Такой же бой, как и в других играх, аркадный. Есть тут реалистичные бои, где без всяких шкал вот этих, без ХП, все прочее. Ну, мне, наверное, сейчас будет тяжело в них играть, естественно, после всех лет этих долгих в других играх. Действительно тяжело. Здесь-то еще ничего не понятно. В интерфейсе нифига не разобрался. То у меня самолеты появляются, то какие-то танки, которые мне не дают. Хотел сыграть, по-моему, на Тетрархе, что ли. Написали, что нет, в этих боях нельзя на нем играть. Не знаю, ребят, пишите, кто опытный. Не разобрался я совершенно в этом интерфейсе. Надо, наверное, пару видосиков посмотреть. Так, ну фражочек уже сделал, по-моему. Сейчас вот этого попытаюсь тоже пострелять. Посмотрим, что получится у меня на этой лодке. Я почему-то, у меня больше ассоциации с лодкой вот сбоку, если смотришь, чем с танком. Так. Но, в принципе, конечно, интересно. Дрифт такой интересный на танках. Здесь можно в занос идти. Графоний прикольно. Графоний прикольно. И танки такие большие едут. И вид не такой сверху, как в других играх, а как-то немножко сбоку, что ли. То есть присутствие, более присутствуешь ты в танке. И здесь можно даже в аркадном режиме с одного выстрела убить танк, ребят. То есть ХПшка не у тебя здесь на танке, в принципе, а ХПшка у команды. И мы захватываем базу, и тем самым, наверное, убивая соперника, сносим это ХП. Поправьте меня, если я не прав, может быть, за убийство танков здесь не дается. Но я просто логически думаю, что точки захватываем, значит, слетает ХП у танков. Ну, точнее, у противоположной команды. То же самое убивая, тоже, наверное, что-то слетает. А у тебя на танке также тебе могут попасть и убить всех членов экипажа. И одним выстрелом ты просто идешь в ангар. Вот как меня сейчас сожгли. Я сел на более привычную машину. М2 этот. На ней играл во всех играх. И вот какой-то зеленый танк. Вот как раз этот тетрарх с нами катается. Почему он зеленый? Мы вроде тут все синим цветом выделены. Пишите, ребят, что мне было понятно. Вот сейчас как раз лагануло, этот момент вырезал. Этот танк более понятен. И передвижение на нем поприятнее. Но также оба в дрифт пошли. Смотрите как. Очень игра, конечно, интересна. Очень сильно отличается от всех, ребят. Это чисто мое мнение. Это я учусь. Тут никакой это не гайд. Никому-то какие-то наставления. Чисто мое мнение от первого боя в этой игре, потому что то, что было 2,5 года назад, я и не помню, да и не считается. Можете где-то найти в архивах на канале, кому интересно, посмотреть. Не помню даже, на каких танках я тогда играл. Так, вот он, чувачок, стреляем. Так, что-то я ему повредил, двигло, по-моему, повредил. Так, стреляем сюда. Хочу экипаж ранить, не получается. Башню, башню вообще не пробиваю. Ну, смотрите, в этот танк я прям жестко стреляю, ничего не получается. Тут еще один приезжает, его надо быстрее кошмарить. На чё он меня закошмарит? Ага, во! Экипаж с первого раза его грохнул, а этот все еще жив. Паскуда. Ладно, попробуем сейчас поехать. Он на меня не смотрит, он зафыкашил. Сбоку сейчас еще пару выстрелов куда-нибудь. Нет, ничего не происходит с ним. Поеду, ребят.
Не пробиваю я его просто. Сейчас вот отсюда вот сбоку шмальну на ходу. Да, и, по-моему, убил сразу же. Так, вот он еще один претендент. Или он меня, или я его. Но этот задом стоит. Француз, по-моему, какой-то. А может и нет. Это мне так кажется. Так, мы его грохнули, ребята. Еще одного в танк грохнули. Ну, неплохо для первого раза. Хотя, может быть, здесь боты одни играют на первых уровнях. Напишите, я не знаю. Онлайна здесь достаточно на первых уровнях, чтобы ботам не играть здесь. А реальным игрокам. Так, захватываем точку. Хотя нафиг она, наверное, нужна. Поедем, постреляем. Тем более, сейчас найдем какой-нибудь ворожину. Тем более, тетрарх сюда приехал, зеленый этот. Встал на базу, он, думаю, захватит ее. Ему это больше надо. Сейчас где-нибудь, где жертва-то есть у нас. Ну, ребят, впечатления, конечно, положительные. Не знаю, буду я ли играть или нет. В нее надо разобраться немножко в интерфейсе. Если понравится, то буду продолжать. Вы, кто играет в нее, описывайте свои ощущения, какую ветку качать, что здесь вообще нафиг надо делать-то. Потому что что-то я не разобрался. Тут одновременно самолеты, одновременно лодки. Ну, просто надо, конечно, побольше, а не целую минуту или там минуту-полторы я пробовал в ангаре. Взял и поехал, и сразу вам записал. Так, где-то здесь вон он светился. Так, и здесь, друзья мои, у меня лагануло жестко. Когда разлагался, я расстрельнул, и меня убили. Но мы победили, и на удивление еще где-то там по какому-то дамагу я первый оказался. Скорее всего, наверное, боты здесь, потому что, ну как так, я только вышел и уже смог надамажить. Впечатление, друзья мои. Графон потрясающий, дрифт. К нему, конечно, надо привыкнуть, к движению танков. Вообще ни в одной игре такого нету. Огромные плюсы, только пока непонятно с интерфейсом, с ангаром, как тут все это разбираться. Во всем остальном, конечно, Тундра, не зря про нее говорят, что это очень хорошая игра. Посмотрим, будем разбираться или нет. Жду ваших комментариев по поводу этой игры, вообще про нюансы этой игры. Ну а с вами был Кимиев 1, ребят. Всем пока-пока и до скорых встреч на полях сражений танковых игр.